С нами на связи Петр Андрющенко, советник городского главы Мариуполя. Петр, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Петр, скажите, пожалуйста, ну вот мы в материале видели, что даже кровь заставляют сдавать для российской армии. Ужасные военные преступления. Но давайте про Мариуполь конкретно. Национализация действительно происходит полным образом? То есть у местного населения, у местных предпринимателей действительно забирают последнее? Ну, не только у предпринимателей, в принципе, у всех тех, кого она касается. Да? Касается она в первую очередь всех тех мариупольцев, кто на сегодняшний день находится в эвакуации, кто не находится в городе и по естественным причинам не смог явиться в оккупационную администрацию российскую для того, чтобы подтвердить свое право собственности на недвижимость. Ситуация, в принципе, понятна. Происходит это следующим образом. Всю недвижимость как физических лиц, то есть обыкновенных граждан, так и юридических лиц, то есть всю бизнес-недвижимость. Сейчас оккупационная власть, так называемая ДНР и уже и России, признает бесхозяйной и начинает в полном объеме выдавать ордера, собственно, как мариупольцам, которые остались без жилья и находятся в городе в результате того, что их жилье было разрушено российскими военными, так и, собственно, и российских офицеров расселяют российских строителей, вскрывают квартиры, недвижимость, которая бизнес-недвижимость, тоже определяют, что с ней, это там, где осталось оборудование, где осталось еще что-то, тоже фактически переходит под контроль российской оккупационной власти. Я правильно понимаю, туда специально завезли нотариусов местных, которые готовы сотрудничать с коллаборантами, с оккупантами, с российскими печатками для того, чтобы совершить все эти условно-юридические процедуры, правильно, национализации? Вы слишком хорошо об этом думаете, об этой оккупационной власти. Никаких нотариусах речи не идет. Составлены списки оккупационными районными администрациями в городе о том жилье, которое как бы надо вскрыть для того, чтобы как бы провести ремонт, и неизвестно, где их хозяева. И в результате этого всего составлены реестры. Вот этот, по этому реестру и выдаются, собственно, ордера. Принято решение, собственно, бумажка, подписанная в том числе Пушилиным либо местными гауляйтерами, о том, что все это жилье, вся эта недвижимость является бесхозяйной. Хозяев установить не получилось. Особо в этой истории, да, наивысшая точка цинизма заключается в том, что мариупольцы, кто находится на территории Украины, либо на территории стран Европейского Союза, пошли навстречу другим мариупольцам, кто остался без жилья непосредственно в городе, и дали им возможность пожить в своей квартире до, ну, до деоккупации, либо до эвакуации, скажем так. И естественно, люди, которые проживают в таких квартирах, не могут предоставить право документа, подтверждающие право собственности или обоснование нахождения их в квартире. И если эта квартира представляет особый интерес, она целая, нормально сохраненная, с нормальной мебелью, нормальные условия для жизни, то и таких людей начинают выселять из таких квартир для того, чтобы заселить туда других, кому выдадут ордера, опять же, возвращаясь по списку, да, наиболее приближенных к оккупационной администрации мариупольцев, кто пошел на коллаборацию, либо непосредственно представителей Российской Федерации. Петр, недавно вы сообщали о том, что российские оккупанты приступили к сносу дома в историческом центре Мариуполя для того, чтобы как раз скрыть последствия своих военных преступлений. Расскажите, пожалуйста, об этом. А что в этом доме могли бы узнать следователи, если бы туда были допущены? То есть почему они все-таки решили этот дом снести и разобрать? Потому что этот дом, в том числе косвенно и прямо, является доказательством того, что исторический и гражданский центр города Мариуполя подвергался авиационным бомбардировкам Российской Федерации. Это такой предвестник того, чтобы опровергнуть ту теорию, которую продвигает Российская Федерация, но правду, которую знает весь мир, в том числе бомбардировки драматического театра, в том числе и бомбе, которая была сброшена на роддом и детскую больницу. Вот для того, чтобы не было физических доказательств подобных преступлений, и демонтируется в том числе этот дом. То, что касается, в принципе, исторического центра, который был полностью уничтожен Российской Федерацией, это первый дом. Сейчас у нас уже есть данные о том, что они собираются сносить дореволюционную, да, то есть постройки позапрошлого уже века,
действительно историческая ценность, которую представляют, уже внесены в реестр под снос, и до конца этого года они тоже собираются снести. Причина, в принципе, та же самая. Да? Там абсолютные руины, оставленные прямыми попаданиями не только авиационных бомб, но и расстрелом с танков прямой наводкой. Поэтому все это максимально пытаются демонтировать. И фактически Мариуполь остается без исторического центра, без истории той настоящей, той, о которой в кавычках так сильно переживает Российская Федерация. Что, кстати, с Азовсталью? Скажите, пожалуйста, вот мы помним эти бредовейшие заявления от Пушилина, ну, в общем, которые непонятно для кого были придуманы, о том, что он там хочет, если не ошибаюсь, технопарк, еще что-то делать. Хотя с экологами мы сразу же подтверждали, что там такое количество просто ущерба экологии, и, в принципе, там ну, была экологическая катастрофа, нанесена российскими оккупантами. Что сейчас с этим объектом происходит? Расскажите, что на территории? Часть объекта периодически, как и наш драматический театр, такая туристическая зона для визитов всяких местами сумасшедших людей из Российской Федерации пропагандистской направленности. А основная часть Азовстали происходит следующее. По решению и под крылом, скажем, в том числе кадыровцев, местной оккупационной власти, и в том числе того же Пушилина, туда зашел российский бизнес. И он вырезает весь металл, который остался на металлолом, и, собственно, вывозит его в Российскую Федерацию, параллельно производя разминирование, цель которого – безопасный сбор металлолома в громадных просто объемах, потому что, если пересчитать, по сути, да, объект «Азовсталь» как сам по себе, с точки зрения наличия объемов и количества металлолома, который можно в последующем использовать или просто продавать для нужд металлургии по всему миру, но это практически золотая жила. Вот эту золотую жилу эксплуатируют. Ну и параллельно рассказывают, продолжают рассказывать сказки внутри России и внутри Мариуполя о том, какие там будут технопарки, экопарки, парки развлечений, ну и так далее, и так далее, и так далее. Мы прекрасно все понимаем, что этого не будет, и это в принципе невозможно. Но, тем не менее, с одной стороны сказки, с другой стороны набивают свои собственные карманы. Говорят, что Азовсталь уже, в принципе, невозможно будет восстановить. Так ли это? Ну, безусловно, а там нечего восстанавливать. Российскими бомбами там просто все, ну, просто все сравняли в ноль. Там ничего не осталось. Восстановление как таковое – это только строительство нового завода, любого нового производства. Там, ну, нечего восстанавливать. Там выжженная земля на самом деле. Да, с этим тяжело, конечно, поспорить. Ну, будем надеяться на наши вооруженные силы, что все-таки они в ближайшее время, наши ребята, вернут Мариуполь, и он станет опять нормальным украинским городом. Вам большое спасибо за то, что рассказываете правду. Петр Андрющенко, советник городского главы города Мариуполь, был с нами в прямом эфире.